Раз-раз-раз, это Хардбаст. Всем привет. Это Металлик Балалайки. В общем, первый раз записываю видео. Решил записать видео с игры с Варом 95. Очень хороший игрок. В общем, хостил он. Я беру Майка, он Дона. Ну, так, смотрим. Пытался сделать подкрыв, неудачно. Перебиваю его. Хорошая ракета зашла. Перекидываю. Рандомные ракеты очень хорошо действуют сейчас. Очень отличный подкрыв сделал. Вот этот момент иногда при игре убивает, когда ты спрайт залетаешь, или как это называется, и он перекидывает его потом. Вот, беру мяч, хорошо закинул. Тут уже несколько секунд, решаю выждать, и тут он неожиданно мяч кидает. И мне тут повезло. С ХП повезло. В общем, первый раунд за мной, второй раунд. Тут обменялись подбегами. Хороший подпрыг. Перекидывание. Ну, в общем, что могу сказать? Я вижу, как бы, что он от обороны играет. И я стараюсь сделать как-то взломать его оборону. Сделать подпрыги, подбеги. Нехорошо. Не всегда получается. Но вот. Иногда получается. Беру мяч, кидаю. И тут, по идее, кидаю мяч, и первый раунд. Первый раунд за мной, в общем. 1-0 веду пока что. Вот даже пишу в чат, что выиграю. Так. Я решаю взять Дона. Мы поменялись местами, в общем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вор тоже хорошо играет, он как бы в основном от контратаки. Тоже неожиданный подпрыг делает. Вот. Я вот Доном пытаюсь сделать. Ну, прыгнуть сверху и сразу пилу его. А у меня это очень нередко получается. Из-за этого иногда у меня горит, короче, иногда из-за этого. Вот. Беру мяч. Пытался его поймать на этом, но слишком далеко. Далеко я его делал. Издалека делал подпрыг. Вот. Сделал пилу, тут он ошибся, конечно. В общем, первый раунд за мной. Ну, я, в общем, первый раз записываю, сильно не критикуйте, так что вот. Комментировать игры еще пока не умею. У меня с опытом все приходит. Так. Тут пытаюсь что-то сделать, не получается, подпрыг неудачный, все как-то у меня рандомно летит. Плохая тактика у меня. Вот тут хорошая пила. Тут я нервничаю как бы. Думал, тут он возьмет мяч и подбежать кинет, а он, блин, не взял его. Это я зря сделал. Ну, в общем, тут уже я не выиграл. 1-1 по раундам. Сейчас решающий. Так,
Неудачный подпрыг от Гора. Снова неудачно. Ну, я сейчас тут применяю его тактику, потому что... потому что не знаю, что делать, поэтому решил тоже, как вам играть. Тут он делает хороший... За спину запрыгивает, отлично. И тут сели на жопу, давай его снять побыстрее. Тут я пытался подбежать и сделать пилу. Ну, в принципе, он и так ее не заблочил, нормально. Вот хороший подпрыг от Майка. Вот почему-то он опять не заблочил, не знаю, поспешил. Сейчас тут прикольный момент. Ну, мне лично прикалывает. Тут я проигрываю и делаю ошибку, надо было более удачно сделать подпрыг. Ну, в общем, не вышло. Ну, 1-1 счет. Так. Вор берет Лео. Я беру Хота. За Хота я плохо играю. И думал, что как бы вывезу против него, но не вышло. Но сейчас все увидите. Тут я пытался бросить, не бросил. Ну как-то все прибил. Отличный подпрыг. Я как бы знал, но ничего не предпринял. Пытался сделать бабочку в ноги. Тоже не выходит. Я ошибся, конечно. Хороший. Развел меня. Блин, тупо ничего не могу сделать. Хорошая бабочка зашла. Вот тут, блин, почему не бросил, я не понимаю. Вот сейчас бросил. Думаю, возьмет мяч, не берет. Читер. Кидаю мяч. Плохая бабочка. Но она зашла, но плохая, тупо. Красиво заканчивает этот раунд. Так, второй раунд. Тут я уже стараюсь аккуратно, и тут что-то я отпускаю блок. Отпустил блок, потому что хотел подбежать и бросить. Ну, не рассчитал, в общем. Вот, блин, почему я не бросал? Ну, я жал, чтобы бросить, но он не бросал. Не знаю, почему. Так. Тут пытаемся развернуть. В общем, неудачные бабочки, не выходит у меня за Хота. Берет мяч, опасаясь, и все равно налетаю на мяч. В общем, тут как бы уже все, тут уже не вытащить. В общем, 2-1 проигрываю. Ну, в общем, у Гора тактика тупо обороны, и эти подпрыги контратачные, и контратаки, в общем. Я не всегда вывожу против этого, не умею против этого играть. Как бы скилла еще не хватает. Ну, тут я беру Шреддера, он Кейси. И тут у нас в игре очень жутко лагало. Поэтому нажали паузу и ждем. Вот, пауза прошла, очень долгая она, конечно, была. Так, начинаем, делаем... Я не знаю, я это называю голь. Не знаю, почему некоторые по-другому как это называют. Так, тут пытаюсь не делать рандомные мясорубки. Вообще, я пытаюсь как бы сделать этот... огонь. Ну, блин, у меня почему-то он очень плохо получается. Не знаю. Ну, вроде все правильно жму. Так. Продолжаем. Я пока веду. Вот тут он нарывается на мясорубку рандомно. Кидаю. Тут он хорошо заблочил. Опять мясорубка.
опять отжал блок, думал на этом клюху делать. Я выигрываю этот раунд. Так, второй раунд. Плохой запрыг, перекидываю. Тут он дернулся. Перекинул хорошо. Так, пытаемся. Вот это отлично сделал, но, наверное, надо было сразу клюху делать, но, наверное, не умеет. Тут он не рассчитал. Тут я хорошо сделал, сам не ожидал такого, перекинул. Вихрь очень рандомный, и блочу их достаточно неплохо. И тут мне повезло, у меня получился этот огонь, я не знаю, как правильно, или вихрь, или что это. Если это вихрь, то уж, то у Кейси это что тогда. Так, в общем, 2-2. Тут я ему пишу, что с тобой так плотно играть, капец, мотоборона играет. Тут я, по-моему, песню легко там выбирал. Не, по-моему, Рафа выбрал сейчас. Что-то будто долго думаем. Я мне, по-моему, что-то писал. Немного подождем, послушаем очень красивую музыку из игры. И так и да, я вроде тут думал и выбрал Рафа. Я на самом деле думал, потому что против Шреда включить, Кейси или Рафа. А у него как бы остались одни сильные игроки, это Раф, Шред. Я против них плохо играю. В общем, выбрал Рафа. Выбор за вором. За вором или вором. Выбирает Хота. Хорошо, сделал бабочку. Тут не удержал блок, снова не удержал. Вот хитрый запуск. Еще одна хитрая запуск. Все почему-то не знают, как ее делать, я этим пользуюсь. Но злоупотреблять нельзя этим. Так, ошибается, тут я жестко ошибаюсь. Делает огонь, тут я ошибся. Молоко. Тут он перекидывает почему-то. Я должен, по идее, закусывать. Ну, в общем, как-то вышло не так, как я хотел. Тут я делаю ошибку, и он меня перекидывает. 1-0 по раундам. Так. Тут я нарываюсь на огонь. Тут ошибаюсь, перекидывает. Снова рандомно. Тут я его поймал на этом. Ошибается. Тут я ошибаюсь. Прознал мою фишку. Так. Вот это зря. Это вообще бесполезная фигня. И тут... Одна ошибка, это я ошибся. Ошибусь я или нет. Очень хорошо сделал. Рандомная. Снова рандомная. Кидаю шарик. Закусь. Очень мало секунд и закусь. Очень эпично вышло, по-моему. Ну, сейчас вы смотрите, вроде ничего такого, а при игре это было так... Блин, потел, в общем, я. Третий раунд. 1-1 по раундам. Так. Ошибается Хорт. Я пытаюсь что-то сделать, предпринять. Ошибаюсь.
плохая бабочка у него вышла. Сверло. Хорошо заходит. Вот тут он, блин, красиво сделал. Я вот так не умею. Это а-ля Шреддер, блин. Читерство вообще. Очень плохая бабочка. Вот тут я почему-то отжал. Не знаю почему. Не рассчитал, наверное. Очень хорошо сделал. Вот это вот читерская комбинация. Редко кто может отбиться от нее. Тут я нарываюсь на два его удара и выбивание, и в общем тут уже все. Проиграл. Три два по раундам. В общем, не знаю, сумею я там дочить или нет. Сейчас увидите. Но он выбирает раф, и у меня был выбор взять Кейси или Лео. И я решил взять Лео. Делаю хороший подпрыг. Тут я опять выбивание. Не знаю, что тут делать против рафа. Тут он нарывается. Ну, он хорошо действует, как бы. А я чё, блин, не умею играть, в общем. Тут он ошибается, прознал его фишку. Опять выбивание. Закусь. Блин, все читает, все хорошо действует. Ну, блин, я просто ничего не могу с ним сделать. И обидным ударом ручка у меня убивает. 1-0 по раундам. Так, хороший подпрыг. Пытался сделать вертушку, или как это называется, господи, прости. Тут ошибаюсь. Но я считал, надо как-то выбираться из угла. Но не таким способом. Тут он ошибается. Сделал выбивание. Но тут, наверное, надо было сделать вертушку, оставлять его в углу и как-то его выбивать. Тут я улетаю в убивание. И началось. И что тут сделать, что не знаю. Ну тут, наверное, надо было сидя ручкой в ответ, а я почему-то ногой. Ну, в общем, протупил жестко. Ну и спасибо вору за игру. Победил со счетом 4-2. Честно сказать, игра мне не понравилась. Очень. Ну, блин, не умею просто таких вот тактик играть от обороны. В общем, ну, в общем, скилла не хватает. А так, в принципе, вор молодец, респект, уважуха ему. Всем спасибо.